В США снова открываются известные достопримечательности, ранее закрытые из-за бюджетного кризиса. Но правительство не работает, а угроза дефолта становится реальней. К грядущему четвергу должен быть решен вопрос о потолке госдолга. Однако признаков прорыва в диалоге демократов и республиканцев не наблюдается. Ряд штатов принимает решение о самостоятельном финансировании федеральных туристических объектов. Большой каньон привлекает миллионы посетителей каждый год. И я не хочу, чтобы из-за ошибочной политики федеральных властей туристов со всего мира лишали возможности увидеть этот великолепный пейзаж, заявила губернатор Аризоны. Президент США Барак Обама винит в бюджетном кризисе республиканцев. Последние не желают одобрить так называемую «чистую резолюцию» о временном финансировании правительства без каких-либо увязок с другими вопросами. Наше правительство приостановило работу впервые за последние 17 лет. Политическая партия подвергает страну риску дефолта впервые с 18 века. Это ненормально. Мы должны с этим покончить, заявил Обама. И не только потому, что это опасно, а потому, что это подрывает нашу веру в систему самоуправления и всем наносит вред. Через 5 дней правительство США исчерпает ресурсы, необходимые для выполнения финансовых обязательств. Всемирный банк призвал Вашингтон безотлагательно урегулировать кризис.